Сегодня тебя удивлю не я, а моя девушка. Мы решили нарисовать Марго Робби, разделив ее на две половинки. Одну рисую я, а другую она. Свою часть я уже нарисовал, можешь перейти в описание, там будет ссылка. А сейчас будет рисовать моя девушка. Сразу говорю, она не так часто рисует, точнее вообще не рисует. Даша использовала дорогие спиртовые маркеры, которые хорошо ложатся на лист. Но в этом деле самая главная практика. Если вам нужен отдельный ролик, как рисовать спиртовыми маркерами, напишите в комменты. Я сделаю такое видео с обучением. Она очень стеснялась и просила не выкладывать это видео. Но что получилось, то и получилось. А портрет у нас вышел именно такой. Вышло действительно интересно.